Что у нас вкратце? XCOM — это второй XCOM, это add-on, это модификация Long War, максимальный уровень сложности, режим Iron Man без сейвов, в общем, максимальный мазохизм, страдания, жуть. И у нас трай хороший, я бы даже сказал, пока что успешный. Почти никто не умер, только три сравнительных лемминга. Много ученых инжей для мая. Март, апрель, май. Это третий месяц заканчивается. Мы вышли, построили первую искру. В этот раз играли через первую партизанскую школу. К нам прилетел террор. А, мы подключили 4 региона. Вот у нас террор есть. Я только начал активничать в этом регионе, и тут прилетело. Уровень адвента сила 6. У нас вся Северная Америка, 3 региона. И 4-й регион... В рекрутинг мы вышли... Да, сейчас идем... Готовимся к террору, короче говоря. Летим на черный рынок. Ух, сейчас будет жесть. Короче, этот так называемый террор. Миссия, которую ты по-хорошему не должен игнорировать, потому что если ты ее заигноришь, то весь твой регион почти полностью лишится сопротивления и не сможет действовать еще в течение месяца. То есть такой штраф очень жесткий. У меня есть вполне достойный ниндзя здесь один. Конечно, вахтер-защитник. Искра первая. Ладно, погнали. С богом. Очень сложная миссия. Терроры всегда сложны. Очень много домов. Если здесь босс-снайпер, то плохо. Потому что у нее крюк. Так, вот оно подключение. Маскировочка. Возвышенность, возвышенность. Игорь Уткин здесь. У него, кстати. Опачки, а тут есть интересный мост. Интересен он тем, что это конец карты и что это возвышенность. И что-то мне кажется, что сюда надо пытаться сразу пробежать каким-нибудь леммингом. Чисто проверить, можем ли мы... Не можем, кажись. Сразу 4 человека. Где? Не вижу. Покажите. Так, раз, два, три, четыре. Двое простых и непростые под нами. Это Гренка, минус один. Этот флангуется хорошо. Так, все. Первое, что я делаю, это пытаюсь всеми отсюда сместиться сюда. С целью убийства первого пака и забирания наверх. То есть вообще против снайпера вражеского желательно держаться вместе. Не подставляться, не разделяться, не распределяться. Потому что... ну, тогда ей очень просто найти спинку. И... ну, и штампануть вас. Так, ну вот первый ход. Двоих мы убили. Герой появляется рядышком. Кто это? Снайпер, снайпер. Или ниндзя. Ой, меч меня смущает. Ой, это плохая дама, это ниндзя. Ай-яй-яй-яй. Так, что мы о ней знаем? Она в замкнутом пространстве вырезает все. То есть, если ты ее атакуешь, просто у нее есть возможность после твоего действия, а ты ее не убиваешь, когда атакуешь, подойти клеток на 5, на 6 и нанести удар. Я помню, как она перерезала мне всех леммингов в одной комнате. Ее лучше держать на дистанции. Из сильных сторон. Беспокоящий огонь. Промахи имеют дополнительный шанс стать царапиной и отметить. Атаки способны помечать цель, снижая защиту. От взрывов получает и от храмовников. Но у меня храмовников нет. Скана у меня нет, я не знаю, как она будет бежать. Еще две пачки врагов плюс подкрепы будут. А, хорошо, этот передатчик убивает. Не фланг, уже хорошо. В идеале, конечно, и дальний тоже. Передатчик. Есть, отлично. Ребята, мы леммингов почти не потеряли. Они спокойно должны забрать. Давай посмотрим, что по точности. 81, хорошо, давай. Так. И я, наверное, леммингов реально буду наверх заводить.
Потому что бонус по точности, потому что к нам сзади не подойдут. Таким образом. Сможем более скоординированно действовать. Ты последний патч ставил 6 июля? Нет. Ой, я уже боюсь вообще в нее что-то кидать. Ну, давайте, давайте уведем от, него ближе, от нее ближайшую цель. И одну, и, скорее всего, вторую. Попробуем закинуть гранаты. Так, еще раз, у нее что? То есть она наверх ловится, если что, да? Ну, я пробую снести у нее сначала армор леммингами. Посмотрим, достанет она до нас, будет ли резать. Не дошла. Дошла. Ой. Так, а вот сейчас уже плохо. Так, твою же шметь. Пока нет других паков, у нас есть уникальная возможность попробовать босса, учитывая то, что у нее нет молниеносных рефлексов. Попробовать ее максимально пострулять, понимаете? Максимально. Но главное не делать это в рамках своего хода. Потому что это... Это опасно. Это просто опасно. Мэг подходит на форсаже. Да все подходят. У меня задача лишь не просто... К ней подойти. Мне задача уменьшить площадь соприкосновения, короче говоря, с врагами. Возможного соприкосновения, так скажем. Ну, выпад убийцы. Три. Слабенько. Ну, ребят, может, постреляем, не? Нет, я не тебе говорил. Месть. Сразу баф. Ой, там сразу 4, 3, 2, 2. 3, 2, 2. Это 4 еще. Сколько у нее там ХП сняли? 40, я слышу пак. Змея, второй пак. Две змеи, три змеи, три змеи. И сразу на этот. О, на передатчике они, твари. Ай-яй-яй, надо за передатчик врываться, а то вот половина хп уже. Так, ладно, лемминга потеряли, это не страшно. На самом деле не очень хорошо, но 90-50%, да? Давай глушим сначала его. Осталось дальнего убить. И, пожалуй, пока все. Погнали. Так. Смотрим, как сработает. Снимаем броню, триггерим ее. У нее нет сопротивляемости к урону. И она... Оп! Три. Три. Ну. Три. Все. Рыбка убийца. Ай, искру. Отстреляно, короче. Нет. 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 Ниндзя врывается, добивает эту. Змею лутает. Пустишь пока только на YouTube. У нас с Ютубом проблемы. Так, ядро Иллерии. Отлично, это на вторую... На вторую эту. Ну все, погнали. Она полный ход сейчас делает. Выпад убийцы сейчас искра терпит. Ай-яй-яй. И сейчас еще выстрел может быть. Она спрыгивает вниз. Убивает лемминга. Ладно, хорошо. Не, в целом, в прошлый раз она мне перерезала всех. Овер, нормально. Потреб скоро будет. Так, где у нас там штурмаш? Штурмаш, штурмаш здесь, да? Я к тому, что надо снимать Overwatch сначала. Видимо, вот так. То есть мне нужно и фланговать. А где... Ой, ладно. Две клетки показало, что типа я сорву овер. Сейчас надо придумать, как эти 5-6 хитов снять у босса, чтобы не было ответки. Лучше, наверное, даже издалека. Не... Хотя она может запрыгнуть и еще порезать. 7-9. Вообще без шансов, да? Убивает. Ну да.
Давай тебя на овер поставим на всякий случай. И приджоним еще кого-нибудь. Тоже чисто на всякий случай. Ну, вдруг там царапины, и надо будет добить. Да нанести два удара. Ладно, здесь вайпер 63. Промах. Меня больше этот вайпер беспокоит. Ну ладно, видимо, видно не судьба, да? Погнали, пытаемся убить убийцу. Надеюсь, он там не парирует в ближнем бою. О-о-о-о! Ребят, реагируем. Она же может... Во-первых, не сработала техника спецназа. Позволяет отражать атаки в ближнем бою, контратаковать. Что за... подстава? Ну, это нечестно. Ну, Тейка отправляется просто отдыхать на... Блин. Почему техника спецназа не сработала? Кто мне расскажет, кто подскажет? Так, ну что, избавляемся от этого. Сейчас лечим только Тейку. О, выходит? Да ладно. А это как? А с чего она выходит? Все. Положили. Подкрепление принимаем. Ну, я думаю, что мы в такой ситуации должны вообще справляться с изи, с подкрепами, со всеми. Лутецкий. Ой, будем пытаться сейчас Тейкой полностью вылечиваемся. У нас есть за аптечки. Пока что вот Искра и Тейка — это единственное ранение, которое мы получили. При том, что босса убили и два пака убили. Это очень круто. Куда они? Кажется, левее. Или вообще на крышу. Не вижу, где это. Мэг, 4 человека. Пулеметчик черный. Стрелок, Overwatch синенький. Так, да, я их на овере не поймал. Это нехорошо. Врываются. Пулеметчик стреляет. Раз, царапины. Погнали. Ой, сейчас постреляем. Главное, чтобы они не успели пострелять. Они постреляли. Нет, Мэг врывается. Раз попадание, два, три, искра стреляет, промах, блин, выживает. На последних хитах сейчас могут мне во фланг бахнуть. По передатчику стреляет, ой, передатчик или живой уже. Ладно, нормально. Что нормально? Все нормально. А, прыгаем сюда, во фланг, первое, заступником. Есть заморозка, троих можно заморозить. Я больше хочу сначала сделать разведочку. Убедиться в том, что у нас нет третьего пака здесь поблизости. А он вполне может быть. Он где-то есть. Дальше, соответственно, у нас вот эти вот трое замораживаются легко и просто. Замораживаются, говорю, легко и просто. Но не уверен, что в этом есть необходимость, потому что мы их довольно быстро убиваем. Так, искра видит одного, да? Перезарядка. Никаких гранат. Таких вот прям жестких. Просто даем экспу. Искра сначала берет. Тут фланг еще один. Два. Красиво. Все здесь... Штурмаш убивает свободно. И этот убивает свободно. Давай на разведчика меткий выстрел. У него больше... О-о-о, не, не свободным. Не свободным. Где там наша Тейка-ниндзя? Пора врываться, родная. Погнали. Хорошо. Соответственно, штурмаш подходит. Фигарит тоже. 61 крит. Так, активно 2. Это о чем вообще речь? Можно узнать? Ждем их действий. Не хочу подходить. Так проще, на самом деле, чем всеми сдвигаться. Лучше их подождать.
И все. Они же должны выбегать, правильно? Этот выбежал, спинку поставил, стасис лемминга кидает. Это глупость, конечно. В отпуск вообще ходите? Ну, сейчас никуда не поехать в целом. Но у нас поездки такие полурабочие. Так. Ага, и Мэг. Так, и как же мне... Здесь, видите, Мэг стоит. Вот это вот Мэг. Все, этих двух замораживаем. Если не будет еще подкрепа, хотя должна вроде быть. Это последние на карте. Возможно, из-за того, что мы убили босса, подкрепа нет. Я так рано его просто не убивал. Возможно, так механика работает. Так, здесь тоже подтягиваемся чисто, чтобы подсветить псионика, который... И дать возможность снайпу по нему пострелять. Стасис отправил, скорее всего, сразу же. Тут, наверное, выдадим экспу заступнику. Раз. Сейчас он перем... А, это ж не фланг. Черт, я вечно забываю эту особенность. Тейка нарезает. Но мне жалко, конечно, что она... Она ранение серьезное получит после этой миссии. YouTube все. Да сегодня что-то какие-то проблемы с ним. Не знаю. Давай дезориентируем этого упыря. Хотя... Он стоит без кавера как будто. Давай попробуем убить, может. Может это даже и все. О, если бы не этот удар спонтанный, то у нас была бы только раненая искра. Короче, два ранения всего лишь. Потеряли, правда, двух леммингов на старте, но что ж поделать. Но зато убили босса. Вернули... Ну, регион вернулся к работе. Пара ядер, сейчас надо зарядить искр. Но, правда, денег нет. На производство. На 80 баксов нужно. О, повышение у Кенга. Так, сейчас важно. Я бы хотел их прокачать по-разному. То есть, есть искры, например, которые ставят меточки. Есть искры, которые стоят на овервоче. Вот, например, внимательность мне очень нравится, потому что искра без кавера, и ей единичка брони и дополнительная защита, она, как правило, вперед идет, помогает. То есть в авангарде искре на... Потом у нее сторож, потом у нее абсолютное спокойствие есть. При обнаружении противника в режиме наблюдения есть 30% вероятность сделать выстрел. Протокол охоты какой-то еще. Значит, давайте внимательность. Я по-разному их качал. Так, партизанских провали. На событии произошло 3. Токсичный кошмар. Фейлингс опять. Неизвестные избранные. Постоянный яд вайпер. Да ладно. Закалка доп. Здоровьем. Скрытые события. Ой. Ой-ой-ой. НЛО ведет охоту на мстителя. Слушайте, это же плохо, да? Это же очень плохой ивент. Если я правильно помню. Это, кажется, очень плохой ивент. Прям очень плохой. Ой-ой-ой. Вот. У нас появился храмовник. У нас появился... Ну, апнулся Хас. Усач. Храмовник третьего звания. Меня интересует, что у него есть дополнительного. Есть по гренкам хорошая тема. Вот это вот. Полный набор. Это очень хорошая штука для него. Полевой врач тоже неплохо. Ну, сначала неукротимый, конечно же. Дальше, скорее всего, удар щитом. И пока что все. Персональный боевой ему на мобильный сразу надо давать. Так, а что мы можем произвести по лазерному оружию, кроме стандартных винтовок? Заступнику раз. Пистолет-пулемет, по сути, лазерную винтовку. Ну и пистолет обычный. Терминал в поезде, найдите улику. Врагов будет много. Брать, не брать, надо пытаться. Ой, опасно сейчас. Сейчас плюс пак. На треть сложнее.
Эти еще без лазерных пушек. Был пап, я не обновил, потому что, ну... Искра подбитая. Есть скан. Цель стоит очень плохо. То есть вот такие штуки не ломаются через окно. Нужно будет реально внутрь заходить. Я уже жалею, что пошел на эту миссию, честно. Бегом. Эти выходят. Ну, ориентировочно этих надо мочить, конечно. Блин, мне ходов мало. Я не знаю, как мне продвигаться вообще. Еще пачка виднеется. Ладно, погнали. Погнали. Сразу эвак куда-нибудь сюда. У нас 6 ходов, чтобы ориентировочно всех убить. Мы видели только 5 человек. Так, тут траншейные есть с одной стороны. Протокол блокировки управления 60%, не густо. Траншейный не достает, но мы можем подойти и выстрелить. Но у меня не горит, на самом деле, вот убивать их прямо сейчас. Прямо вот в этот ход. Хотя, на самом деле, горит. Что желательно мне это сделать все как можно быстрее. Траншейное ружье. Промах по другим. Погнали. Пулю, скорее всего. Да. Так, это надо мэком сейчас пытаться с сплэшем замесить. Раз, 95 крит. Не хватает лазерного оружия. Снайпер видит немногих. Мэк у нас врубает овердрайв, видимо, нет. Давай вот с этой позиции посмотрим, сможем ли мы прострелить офицера с этим. Не сможем. Значит, овердрайв надо врубать. А сколько тебе не хватает? 2 клеточки, 3 пробьем. Это вот сюда надо пройти. Овердрайв, перезарядка у него, к сожалению... Туретку увидел, блин. А это хуже. Блин, туретку чем убивать. Есть, идеально. Оп. Одного убили. Каверы сняли. 198, 81. Давай. 61. 98 раз. Здесь надо брать лут, фланговать, убивать двоих. Вот если бы было нормально все... Ой, 2 ядра Иллерии! Это то, что мне нужно. Только выживи, Миш. Искры сделаем. Я бы уже почти всю карту убил, представляете? Нет! Блин, мисклик. Царапина хотя бы. Ну только искра видит туретку. 6 человек убито. 6 человек уже убито. Активность типа 7. Ну 8 на самом деле. Это подходит. Надо рваться к цели. У меня 4 хода осталось. Туретка стреляет по мэку. Пробивает всю защиту ему. Мне нужна бронебойка здесь. Вон там пак, видите? Нифига себе там рейндж. Увидели 3 людей. Змея. Змея. Полезная штука. Смотрим хлыст. 8 урона. Ладно, убиваем, значит, хлыстом и протоколом нападения. Как хорош. Как убить ближнего, не пуля, пак. Потому что это все просвечивается. И есть вероятность, что... Правда, никто его не видит. Мы его просканировали, а на самом деле его никто не видит. Так-то.
Хотя как его никто не видит, если у меня снайпер по нему стреляет? Не, давай. Пытаемся снайпом попасть в 60 с небольшим. Офигенно, что так много XCOM. Критически отстаю на 11-й трансляции. Зашел пожелать спасибо большое, кибердиск Борис. Чем дальше, тем интереснее становится. Бах. Минус туретка. Соответственно, этот дрон и тройка. И получается как раз 10-12, да? 67, неплохо искра тут. Давай еще. Ну, хит нужно снять как-то. Ай, молодцы. Я не хотел взрывать его. Повышение есть. Змейки идут. Но кажется, я смогу подойти так, чтобы сломать и не сагрить их. Дрон слева, сзади слышу его движение. Три хода осталось. Да, подходим так. Есть. Повезло. Угол такой, надо запоминать его. Потому что через вот эти вот стекла никак не заходишь. Никак не видишь. Небольшой запас плавов, окей. Ну. Нам нужны обломки дронов, нам нужны уже эти новые гремлины. Для того, чтобы... Нам нужны приказы на минус 20. Все, справились. Сейчас просто лутаем, мы ждем до эвака людей. Теоретически змеи сейчас должны бежать в сторону точки. Я слышу. Сзади дрон летит. Ох, хорош. Как он его снял? Там штраф, там процентов 20, 30 у него. Ой, фу, блин, 60 было на попадание. Два ядра утащили, никаких ранений не получили. Все, уходим. Миссию выполнили. И дальше будет проще. Там лазерное оружие у этих появится. По крайней мере, у заступника появится лазерное оружие. Я надеюсь добавлять еще... По одной искре в такие миссии. Попробую сейчас быстренько ядро Элери раздраконить одно для того, чтобы получить, в принципе, Элери, просто Элери. Возможно, после этого даже улучшено лазерное оружие, потому что нужны снайперские лазерные винтовки, штурмовикам дробовики нужны. И самое главное, искрам нужны пушки новые. Ну все, ускоряем проникновение. 10-12, погнали. Первая, ну не первая, конечно, но ресурсная операция. Снизить силу адвента, они перебрасывают силы сюда. Надо перехватывать ради ресурсов, ради пушек, соответственно, ради искр. Ради снижения общей силы адвента, а потом сразу диверсию памятника и пытаемся еще перехватить силы. Мне взяли двух пленных, там 20%, 25%. Сработало два раза. Так, только не торопись. У тебя 4 человека. Врагов здесь 10-12. Время не ограничено. Твоя задача — увидеть паки. Я уже справился, первый пак вижу. Да, идут. Кажется, пошло, поехало, да? Ой, ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не-не, Миш, назад. Как же хорошо, что они не дошли сейчас до искры. Да что ж такое-то вообще? Любое движение в мою сторону, погнали, друзья. Так, мне нужно везение здесь. Я не говорю про попадание, хотя было бы неплохо. Я говорю, чтобы справа пак не приходил быстро ко мне. Так, этот пошел, овер. А у него молниеносные рефлексы. Есть урон. 10, хорошо. Ой, хорошее начало. Так, змея. Ай, ушла далеко. Так, овер. Овер. 54, пробуем. Раз. Понятно. Жесть. Блин, какая жесть. Тут бы один рейнджер нормальный все размотал бы. Похоже, отродье залил катку и на избранном начал новый трай. Понял. Так, здесь мы добиваем раз призрака, скорее всего. Ну, конечно. А мне как-то надо. Тут неуязвимость у товарища. Я же убил. А, это я не убил. Вот это плохо. О, нет. Отравление. Но сейчас будет еще выстрел.
Блин, нет. А чё я заступника-то не... Ошибка. Давай, попадаем. Есть. Попадание одно, хорошо. Блин, и овер. И там пак. Ой, там пачка новых. Ой, там пачка новых. Вступаем еще. Овер. Анкер. Не, это ГГ. Особенно так. 15 промах язык. Там пак стоит. Так, они уходят. И подходят. И понеслась. Так. И еще справа пак. О, я без авака еще. Ну, это конечный. Это уже это конечное, да. С крас-овердрайвом. Добежит сюда и должна будет шрапнель кидать. Запомни клеточку. Ну, это не последний пак. 9 человек, там еще один. Но у меня нет сейчас возможности никакой с ними справиться, кроме как ворваться и рассекречивать ниндзю и шрапнелькой пробивать. Раз, два. Три, четыре, пять. Выстрел хороший, конечно. Погнали. Есть, минус один сразу. Минус два! Ой, какая искра топовая. Так, здесь надо вырывашки фланг делать, да? 82-2. Так, неуязвимость есть, минус еще один. Так, чё ниндзя? Скорее всего так, чтобы милишник не бежал в меня, не оглушил. Делаем дезориентацию, кидаем гренку. Последние гранаты откидываем. Гренку. Да, гренку. Хорошо, поломали броню. Покоцали хорошо. Эту змею мы не дезориентировали. Это опасный выстрел. Крит 3%! 3%! Серьезно! И овер. Хьюстон, у нас проблемы. Свободное действие топор по кому? По Overwatch справа. Бросок топора раз. Давай, попади с критом. Убей сразу! Не убил, ну почти, с критом, хорошо. 96, давай. Блин, 3 человека. Убили 6 человек уже, а? Ну еще есть люди, еще пачка. Но главное с этой справиться. Держись, Тейка. Тейка 16% мимо. Меня змея беспокоит. Она хоть и раненая, но видите, она... Так, это ты что сделаешь? По Мэг стреляет. Мэг... Мэг держится, хорош. Overwatch не забудь. С места выстрелить фигня. Овер надо срывать Мэком, видимо. Главное сейчас еще пак не спулить. Побыстрее попытаться их убить. 84 раз. Хорош. Дальше. Хз, что делать? Кому приказ? Неужели дорезать все Тейкой? Или просто убрать ее? То есть дорезать сейчас этого товарища и убрать ее. Чтобы пережить еще один ход, типа. Пусть она по искре стреляет. Ой, мясорубка. У-у-у! Оно так работает. Вы видели? Вау, я не знал. Змея попала языком, ей тут же язык отрубили, и змея умерла. О-о-о. Не, на самом деле это баг отображения. Ее присобачили, на самом деле, поближе. Но она убила, как только оказалась рядышком. Вот они. Ой, один вроде не очень жесткий. Один продвинутый. Есть контакт первый, царапина, правда, всего лишь. 3 человека, да. Офицер, синий этот. Ну, хорошо. О, еще попал в девятку. Ай, какие молодцы.
Фух, справились. Блин, справились. Но была такая жопа. Прям Мэг, держись. Ранение все-таки Скра получила. И, наверное, стали, да? Эвак есть. Кем прорываться, я не могу понять. У меня легкого шага нету тейки. Надо, конечно, ей в следующий раз изучить эту штуку. Царапина повезло. Этого мы, соответственно, пытаемся расстрелять Оскрой. Ой, хорош. Повышение. Шикардос. Лучше пусть будет full cover. И... Хотя тут 40-50 попадает. 40. Царапина, повезло еще. Фу, хранение у заступника еще. Но тут прям красиво. Ребята справились вчетвером. С такой... А помните три пака? Если б не Искра, я б ничего не сделал. Ну, а три ранения. Бастет приходил ко мне, басточка. Но мы сейчас вытаскиваем большое количество трупов. Ой, два ранения. Кенг-то ладно. А вот гранатометчик и самый главный заступник уходит на 18 дней. Так, если ты на оверах с дыроколом, то что тебе еще нужно? То есть ты стреляешь. Голографическое целеуказание скорее, да? Да, и сторож дальше. Ну хорошо, инопланетных сплавов 13, кристаллов 11, материала 7, ядро 1, трупы. Экстренная стабилизация. Так, хорошо, что я хотел. Деньги у нас есть, сплавы у нас есть, исследования у нас ведутся. Основы технологий, правда, можно изменить, попробовать. Можно тыкнуть боевую броню и потихонечку идти, ресурсов нет, но выдержитесь. Можно вскрыть быстренько вайпера 5 дней и сделать отравленный Патрик, что тоже поможет, конечно. Разведданные нельзя. Боевую не хочу, я хочу ресурсы вкидывать в этих искр. Они у меня будут впитывать. Скорее уж магнитку делать, чем боевую броню. Но, учитывая сложность, я, наверное, вскрою вайпера реально. 5 дней это попроще будет. Вскрыли вайпером. И сейчас нужно сделать как минимум отравленные патроны. Можно вскрыть копейщика очень быстро и сделать пушки нашим ниндзям. Они хорошие. Давай. Дальше в зону испытаний, где у нас искра делается. И пробуем сделать отравленные патроны. Вообще нужно игольчатые патроны сделать, но, видите, у нас уже деньги закончились. Уже ужин готовят. Да, это будет очень-очень важное решение. Но в целом по плану. Мы сегодня потеряли, конечно, Мантича, не самого нулевого ниндзю. Потеряли еще пару-тройку леммингов, но в целом миссии выполняли. Регион не подключали, но не было никаких возможностей, то есть ни контакт нам не давали, ни это самое. Только скидку получили. Отбили террор без вообще каких-либо проблем, только двух леммингов потеряли и тейки ранения получили. Довольно бодренько сейчас идем по исследованиям, потому что ученых-инженеров по 5 штук на этой стадии, все хорошо. По плану у нас идет изготовление искр, их уже штуки 4. А то и вот 5 сделалось, не уверен. 4, кажется. Быстренько вскрываем, патрики новые, лазерку получили. Ресурсы ограничены, поэтому не делаем пока что броню. Мод приклад, мод прицел. Мод глушитель, давай-ка, может, влезем по глушакам, а? Ну, а вдруг по глушакам реально влезем? Я там навешал на старую пушку улучшений. Ну все, тороплюсь, не надо уже этого делать. Да, друзья, все, хватит. Спасибо, что смотрели.